Буква «Е» придает характеру сразу две особенности – бесхитростность и стремление к власти. Если преобладали властолюбивые помыслы этих людей, то они видны сразу невооруженным глазом. Потребность к самовыражению, обмену идеями, склонность выступать в роли посредника, проницательность – вот главные принципы этого имени. Астрологи рекомендуют этим людям научиться бережному отношению к самим себе. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Активизирует воображение. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Буква «Д» в этом имени не со всеми звуками удачно сочетается и вызывает в сознании настороженность, что приводит к сложностям во взаимоотношениях. Согласное «Ше» в имени делает человека хладнокровным. В экстремальной ситуации он не подается панике, сохраняет ясность мысли. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Человека более отзывчивого, чем обладатель имени согласной буквы «Х», вы не встретите. Наделяет ощущением, что жизнь не бесконечна и не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Нужно действовать каждую минуту эффективно. Этим людям характерна внимательность к жизни. Внутренние силы духа и оптимизм этого имени вдохновляет окружающих и побуждает их к деятельности. Владельцы этого имени всегда готовы помочь, но иногда бывают капризны. Покорить обладателя этого имени можно только делом, а не страстными обещаниями. Если вы посчитаете этого человека малоинтересным для себя, все равно цените и не теряйте из числа друзей. Исцеление от душевных ран скорее находится рядом с этим человеком. Владельцы этого имени требовательны к себе и к другим. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Предупреждение владельцу с буквы «Л» не тратить жизнь впустую, а найти свое истинное назначение. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Данное имя связывает с красотой, парадностью и в то же время замкнутостью и ограниченностью из-за звука «Д». Звук «Л» говорит о сильно развитых родственных чувствах. Буква «У» в этом имени означает развитое воображение, великодушие, доброжелательность и порой излишнюю прямолинейность. Звук «В» в этом имени заставляет человека сначала тщательно планировать свое будущее, а затем биться за выполнение своей фантазии. Главный недостаток этих людей – чрезмерный эгоизм, самоуверенность, переходящая иногда в манию величия. Это имя наделяет упорством и реалистичным планами, поэтому часто мечты такого человека сбываются. Обладатель этого имени учит быть внимательным к жизни и способным по малейшим изменениям оценивать ситуацию. Некоторым людям носитель этого имени кажется слишком эгоистичным и авторитарным. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. На них возложена особая ответственность вести себя так, чтобы не нарушить ни одного закона морали. В любви эти люди непостоянны и предпочитают часто менять партнеров, чтобы не потерять собственную свободу. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.